Итак, мы положили масло и порезали кусочки мяса, его обжариваем. Берем лопаточку и аккуратненько переворачиваем то, чтобы обжарилось, чтобы оно у нас равномерно обжаривались кусочки. И все кусочки одинаково, красиво, равномерно обжарились. Так, мы видим, что у нас закипела вода. Добавляем туда рис. И варим рис. У кого быстрый, тот за 5 минут варит. У кого рис обычная крупа, то варим 20 минут. Я пользуюсь вот таким рисом. Видите, здесь 5 написано. 5 минут, 5 минутка. Я добавила в нашу кастрюльку. Пока подготавливаемся, берем лучок, перчик, зелень, моем и нарезаем кубиками. Так, теперь добавляем, порезали лучок и добавляем лучок в наше мяско. Берем болгарский перчик, порезали его, очистили и тоже добавляем в нашу мясную смесь. Огонь у нас средний, не надо делать сильно, не надо по максимуму, на среднем делении жарьте, чтобы ничего не подгорало. Так, поскольку у меня рис 5-минутка, он уже готов, мы его добавляем в наше мясное блюдо. Берем лопаточку и аккуратно его распределяем. Закрываем крышечкой. Итак, теперь мы нарезали зелень и добавляем в наше блюдо. Дальше добавляем специи. У меня сегодня прованские травы. Добавляем специи. Добавляем перчик. Чуть-чуть. У меня черный перец. Помешали все. И накрыли крышкой. Оставили еще минуток на 7. Чтобы это все вместе у нас с вами протушилось, пропарилось. Так, друзья мои, вот мы с вами приготовили. У нас получился рис прекрасный. С мяском, с зеленью, с овощами. В общем, всем приятного аппетита. Пахнет потрясающе. Мы пошли кушать. Всем всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.